Всем привет! Видеоинструкция о препарате Вермокс. Действующие вещества мебендазол. Страна-производитель Румыния, Венгрия. Производитель Гедеон Рихтер Румыния АА. Форма выпуска минус 6 таблеток в упаковке. Вермокс является антигельминтным препаратом широкого спектра действия. Активное вещество препарата, мебендазол, селективно нарушает образование клеточного тубулина у гельминтов, что приводит к торможению транспорта и всасывания питательных веществ. В частности, ингибируется утилизация глюкозы. В итоге развивается аутолиз кишечного канала гельминта, приводящий к его гибели. После приема внутрь препарат всасывается незначительно. Небольшая его часть, попадая в кровь, на 90% связывается с белками плазмы крови и метаболизируется в печени. Показания. Энтеробиоз. Аскоридоз. Анкилостомидоз. Странгилоидоз. Трихоцефалез. Трихинеллез. Тинеоз. Эхинококоз. Альвеококоз. Капиллериоз, гнатостомоз, смешанные гельминтозы, противопоказания, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, печеночная недостаточность, детский возраст до 2 лет, беременность и период лактации, повышенная чувствительность к любому компоненту препарата. При применении Вермокса, в течение 24 часа после приема препарата, употребление алкоголя запрещено. Побочные действия, головокружение, тошнота, абдоминальные боли. При применении в высоких дозах в течение длительного времени, рвот, диарея, головная боль, аллергические реакции, кожная сыпь, крапивница, ангеневротический отек, повышение активности печеночных трансаминаз, гиперкреатининемия, лейкопения, анемия, эозинофилия, выпадение волос, гематурия, цейлиндрурия. Дозировка. Внутрь с небольшим количеством воды. Взрослым и детям старше 10 лет при энтеробиозе. Однократно. По 100 мг. Детям в возрасте от 2 до 10 лет однократно, по 25-50 мг. В случае высокой вероятности повторной инвазии принимают повторно через 2-4 недели в той же дозе. Рекомендуется проводить одновременное лечение всех членов семьи. При аскоридозе, трихоцефалезе, анкилостомидозе, тинеозе, стронгилоидозе и смешанных гельминтозах, утром и вечером по 100 мг в течение 3 дней. При трихинеллезе, по 200-400 мг 3 в течение 3 дней. А с 4 по 10 день, по 400-500 мг 3. При эхинококозе, по 500 мг 2 с 1 по 3 дни, в последующие 3 дня дозу увеличивают до 500 мг 3. В дальнейшем дозу повышают до максимальной, из расчета 25-30 мг, кг массы тела, и принимают в 3-4 приема. Стоимость препарата от 102 рубля. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы!